Жека, рыжий, привет. Это Рома Жиган. Сейчас я на студии в Тель-Авиве пишу альбом свой. Я узнал, ну, про твою ситуацию, посмотрел видео в интернете. Ну и как-то вот все об этом, ну, как бы пацаны рассказали. Пиздец, братец. Очень искренне жаль, что вот это все произошло. Я желаю тебе не падать духом, быть сильнее, чем ты можешь быть в 1000 раз, братан. Блять, все получится, все будет хорошо, просто главное верить. И мы верим в то, что у тебя будет все нормально. Давай, братец, не падай духом. Прям я желаю тебе всего самого лучшего. Главное, ну, оставайся сильным. Я знаю, что ты бибой, что ты в Сочи начинал свою танцевальную, так сказать, деятельность. Радис, не знаю, что сказать, ну просто, ну постарайся не бросать это. Я помню парня, одного француза, я давным-давно смотрел его видео. Какой-то парень, который танцует только на руках, блядь, и делает это, ну настолько кто-то круто. Хуй знает, уместно ли сказать это, но я скажу, братан. Не бросай это, занимайся и продолжай. Чудо может произойти, если верить в это чудо. Давай, братан, мы с тобой, крепись.